Привет, друзья! Здесь мы с нашей подружкой. Подружка, где подружка? Вот подружка. Подружка Глория. С нашим подружкой Глорией. Да. Сегодня расскажем, как мы кормим наше чудо. Напомню, что наша птичка к нам приехала, когда ей было 6 или 8 месяцев. Тогда у нас была прикормлена уже к сухому корму. К чему мы несказанно рады, потому что сильных вкусовых предпочтений нет. Она на этом живет, не зная никакой другой радости. Это вот я сейчас ей дал кабачок, а она, собственно, меня штурмует. Да, и кабачок еще. Кабачок – это наша любимая сладость. Собственно, с этими исходными данными мы ее получили. К сожалению, сушку мы никак не можем подобрать, потому что все время периодически у нас начинают подтекать глазки. Даже сейчас видно немножко. Ну, сейчас уже получше. Сейчас уже оттекли, мы как глазками прокапали. Полосочки практически уже никакущие. Вот, собственно, мы этим ее кормим. В год она где-то перешла с трехразового питания на одноразовое сама, то есть без принуждений. Это у нас вот выманивает. Вот. Вечерком ее подкармливаем сухим кормом. Ну а так перевели на схему двухразового питания. С утреца мы ей даем творожок 200 грамм, который она безотказно кушает, с удовольствием, всегда ждет после прогулки. Вот. А так глобально, видимо, все очень индивидуально. Да, Глорочка? От пола собаки зависит, от возраста, от веса, от породы. Наша такая на сухом корме и на творожке. Про тех, кто будет кричать, что сухой корм полная дрянь и убийство собаки, я так скажу, что у нас предыдущая собака счастливо прожила с нами 16 лет. Ну, правда, была не бульдог, а чихуахуа. Без нареканий, с хорошим настроением, с любовью. Так что, наверное, все-таки это сугубо индивидуально. Опять же, не только зависит от собаки, но и от хозяев. У кого есть время этим сильно заморачиваться, тот заморачивается. У кого нет сильно времени заморачиваться, тот не заморачивается, живет в реалиях, которые есть. Вот. Вот наша красотка, собственно, во всей ее красе. Творожочек, может, идем? Где творожочек? Пойдем. Что? Творожок? Сейчас мы тебе положим. Вот. Сычка, иди кушай. Что у нас тут? Творожок. Из лакомств у нас кабачок. Пробовали всякие магазинные штучки-дрючки, не пошли. Кстати, у нас, не знаю, сейчас получится показать, вот здесь на шерсти бугорочек из шерсти. Это мы поели в свое время сладости из магазина с красителями, консервантами и прочим. У нас здесь прям шкура вылезла. Мазали, замазывали. Поэтому сейчас у нас единственное, что кабачок. Ну, еще вот такой мы пока с пиететом относимся к оленю, к копыту оленя, но мы его не грызем, мы его больше носим, холим, лелеем, закапываем в своей кроватке. Ну вот, это как талисман у нее. Собственно, все, друзья, на сегодня все. Следите за эфирами, будем писать, рассказывать, популяризировать такую замечательную породу, как английский бульдог, самую эмоциональную, самую хрюкающую, самую красивую, на наш взгляд. Пока!